Добрый день, вы на канале Модной Практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня я хочу всех наших дорогих учеников, наших подписчиков поздравить с наступающими новогодними праздниками. Я, конечно, поддерживаю всех женщин в том, что они хотят что-то новое внести в свою жизнь, своим творчеством, потому что оно сейчас такое время, а это время не сильно отличается от других времен. Как всегда, нигде ничего такого для нас нет, того, чего нам хочется. А то, что нам хочется, мы делаем себе сами. И это не так уж плохо на самом деле. То, что мы можем вот этот вот дефицит нашей промышленности и того, что предлагается в магазинах, как бы покрыть своими руками. Мы можем сами себе сделать то, что нас устроит. Со своей стороны, перед этими праздниками мы объявляем скидку на наши курсы. Скидка у нас объявляется с 25 декабря по 10 января. Я думаю, что это будет прекрасная возможность вам еще раз воспользоваться скидкой, потому что она будет отличаться от Черной пятницы. Сейчас немножко по-другому будут распределены скидки. Кто что не успел приобрести, у вас будет возможность еще приобрести. Так что заглядывайте на платформу, изучайте, смотрите, на какие курсы, сколько процентов. Ну и я, конечно, хочу напомнить еще раз о том, что цены на нашем канале будут пересмотрены на наши курсы, потому что они не менялись с начала сотворения модных практик, немножечко будут пересмотрены. А сейчас у вас есть возможность приобрести наши курсы со скидкой. Я думаю, Новый год – это хороший повод порадовать себя приобретением новых курсов, потому что это очень ценно – иметь знания. Знания будут служить нам в течение всего года, и мы будем радовать себя и своих ближних. Эти знания, которыми мы делимся в наших курсах с нашими прекрасными мастерами Наташей и теперь уже Маргаритой, я думаю, это поможет вам прийти к такой стабильности в профессии, что вы будете легче делать вещи, и когда ваши вещи будут сделаны, больше радоваться, потому что, ну, они достанутся вам так вот без мучений. Я всем желаю успеха в творчестве. Я желаю, как всегда, нашей женщине быть такой, настроение, чтобы было такое жизнеутверждающее, невзирая на все трудности жизни. Я не знаю времен, когда трудностей жизни не было. Сейчас говорят, все трудно, но и во все времена всегда было трудно. Поэтому в то время, в которое мы живем, в том мы и будем творить. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы. Пользуйтесь вот этой акцией, которую мы сейчас объявили, еще раз напоминаю, с 25 декабря по 10 января. И будьте с нами. Всего хорошего. С вами была я, Паукштейн Михайловна, и вся наша команда.